Все, ребят, я вылез. Слава богу, кирки у меня хватило. И очень мне интересно, куда я вылез. Очень интересно. И куда же, интересно, я вылез? Где тут у меня дом? Так, чтобы обозначить место, откуда я вылез, давай мы... Просто я на ботву не хочу вешать этот факел. Что это такое, факел на ботве? Вот, на этот пенечек сейчас повесим факел. Даже, я бы сказал, можно вот так его сверху поставить. Будет гореть, чтобы его издалека было видно. Ну, сориентируемся сейчас. Я не думаю, что это как-то фатально далеко. Вот, как говорится, всей моей организованной мною цивилизации. Ну, может быть, и далеко. Все может быть. У меня тут довольно много уже сделано дорог. Так, ну что, смотрим. Так, вот эти арбузные месторождения. Знаешь что? Мне интуиция подсказывает, что вот у меня вот так вот я вылез. Вот так я вылез. А давай мы с тобой вот так пойдем. Вот это мы так сделаем. Так, вот здесь мы... А, нет, так не делается. Ну, не делается, так не делается. Хорошо. Оставим тогда пока вот так. И пророем вот так дорожку, просто прямо. И посмотрим, куда она ведет. Если что, как говорится, всегда можно вернуться в исходную точку. Так, вот здесь у нас арбузное месторождение. И дождь пошел. Вот это вот арбуз. Это у нас арбуз. Давай немножко еще ниже спустимся. Да, интересно. Ну вот, чтобы было видно, как я иду, если что, чтобы прийти назад. Конечно, я могу сейчас глобально потеряться. И все, весь мой прогресс будет утерян, потому что я могу вообще навсегда куда-то уйти, не туда. Ну, пока пробиваемся, может, куда-то пробьемся. Не знаю. Если что, потом буду назад отступать. Так, свет. Если что, вернемся сейчас в пещеру. Из пещеры там уже будем выбираться. Я так понимаю, что... А, видишь, пошел этот самый. Порода вот эта. А у меня на нее сейчас кирки не хватит. Ладно. Попытаемся оглядеться. Вот эти красные грибы, которые тут растут. А, давай тогда вот в эту сторону попробуем еще немножко пойти. Может, с этой стороны что-то видно будет. Так, топор у нас есть. Ага. Ну вот если будет высокая точка, то с нее, по крайней мере, можно оглядеться. Сейчас попробуем вылезти. Так, подвесим пока хотя бы на листву. А, на листву он не лепится. А вот сюда. Нет, тут джунгли непролазные. Я вообще не вижу вариантов, как мне отсюда выбираться-то. Осторожней, ребят, осторожней. Я думаю, что пошли-ка мы назад в пещеру. Если что, как-нибудь потом у нас, если будет какой-нибудь компас или что, мы еще сюда вернемся. А так вот у меня глубочайшая точка. Вот. В нее спуск, в глубочайшую точку. Как-то вот здесь я выбирался.
Так, здесь что, тупик? Непонятно, ладно. Так, вот здесь, по-моему, я рельсы ковырял. Это был я, грибок. Ой, ой. Куда мне столько света тут? Сейчас, я думаю, побегаем, да найдем сам собой выход. Может, вот сюда. Вообще хреновато, потому что кончается у меня уже кирка, и если что, отсюда я просто не выберусь. А вот это что? А вот это как? Так, вот это какой-то более высокий уровень. Так, вот здесь у меня везде пораставлены все светильники. А, стоп, отпусти, отпусти, отпусти. Отпусти. Вот это уже знакомое. Да, вот это уже знакомое. Так, вот мой сундук. Так, волшебную книгу, чё? Сундук с волшебной книгой. К нему я как подходил-то? Черти, блин. А, вот здесь что-то горит, да. Да, вот я так шел прямо. И вот у меня подъем. Все, я нашелся. О, да. Сохраняемся.